абсолютный победитель 5-й Общероссийской Олимпиады по основам православной культуры Глеб Пахачев, учащийся гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, город Ростов Ярославской области. Награждается победитель суперфинала среди 10-х классов Иван Николаев, воспитанник воскресной школы и храма святителя Николая в Ижах, город Москва. Награждается победитель суперфинала среди 11-х классов Александр Карпов, учащийся средней общеобразовательной школы номер 2 села Базарный Кабулак Саратовской области. За лучшее эссе награждается Валентин Голубев, учащийся средней общеобразовательной школы номер 38 города Воронежа. В номинации «Лучший знаток православной культуры» награждается Николай Трофимук, учащийся гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, город Ростов Ярославской области. В номинации «Лучший исследователь православной культуры» награждается Артем Прокопьев, учащийся средней общеобразовательной школы номер 17. Архипа Осипов Краснодарского края. В номинации «За лучшую проектную работу» награждается группа участников 5-й Общероссийской Олимпиады по основам православной культуры. Мы просим представителя группы пройти к его святейшеству для получения благодарности. Благословение Божие пребывает над всеми, над организаторами, над участниками, над всеми теми, кого вдохновила сегодняшняя церемония, кто, может быть, через эту церемонию услышал о существовании такой Олимпиады. И самое главное, пусть те вечные спасительные истины, которые делают человека счастливым, прикоснулись к уму и к сердцу наших детей и молодежи. Тогда у нас будет действительно светлое будущее. Храни вас всех Господь.